Предварительным данным 8 декабря 2023 года в 19 часов 25 минут на нулевом километре плюс 300 метров автодороги Калининград-Корнево-Светлое разъезд Гурьевского района водитель 95 года рождения, управляя автомобилем Рено, двигаясь со стороны поселка Подубное в направлении улицы Аллея Смелого города Калининграда, допустил наезд на двух пешеходов, движущихся попутно справа по краю проезжей части в темное время суток вне населенного пункта без предметов со световозвращающими элементами. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1959 года рождения скончался на месте происшествия. Второй пешеход 1960 года рождения была доставлена сотрудниками скорой медицинской помощи в медицинское учреждение города Калининграда.